Добро пожаловать в город ветров, в страну огней. Добро пожаловать в страну, в которой живут самые красивые женщины, по мнению самих же женщин, и самые красивые мужчины, по мнению самих же мужчин. Азербайджан славится своей черной икрой, славится своей черной нефтью. Не надо мне так смотреть, не скучно, что еще там нет. Все остальное только нравится. Друзья, дело в том, что Азербайджан – это та самая единственная страна, которая представляет Азербайджан на Евровидении. Удивительно, но факт. И я хочу, чтобы вы еще раз поаплодировали сами себе, потому что добро пожаловать в страну, в которой вы бываете буквально каждый раз, заходя на рынки Москвы. Вы видите азербайджанцев? Удивительно. И статистика говорит о том, что в среднем каждый москвич встречается с азербайджанцем гораздо чаще, чем со своими близкими родственниками. Тоже удивительно, но факт. Хочется сказать вам, что чувствуете себя как дома, но где же еще москвич может себя чувствовать как дома, как я в Азербайджане? Итак, еще раз повторюсь, добро пожаловать в Азербайджан!